Дорогие мои подписчики, всем здравствуйте! Сегодня у нас будет очередное открытие сундуков с выбиванием легендарок. Я нахожусь на аккаунте своего подписчика, у него нету двух легендарок, это Спайк и Сэнди, и я хочу ему задонатить и выбить. Давай так, если ты тоже хочешь, чтобы когда-нибудь у меня ты выиграл в конкурсе или там повезло тебе, я тебе задонатил, ты прямо сейчас поставишь лайк, подпишешься, напишешь, какой у тебя легендарки нету, и подпишешься на мой инстаграм, ссылочка на него в описании. Обязательно подпишись на инстаграм, скоро будет очень крутой конкурс на леги там и прочее-прочее. Обязательно подписывайся, не пропусти, потому что в ютубе может не прийти уведомление, в инстаграме ты всегда пост увидишь. Поэтому подписывайся заранее и поддержи видос лайком. Сегодня я хочу проверить, ребята, следующее. Буду открывать большие мега ящики. Тот, кто уже в курсе на 100% по информации, скажет, что я дебил, зачем, если, очевидно же. Но, очевидно что, я хочу сегодня проверить, ну, естественно, 100% не узнаешь, где больше шанс, с большого ящика или с мега ящика. Буду открывать и тот, и другой по очереди, не знаю, выпадет или нет, но буду донатить до тех пор, пока не выбью легу. Это будет первый выпуск, я сегодня задоначу $100 сюда, $100, открою на эти все гемы, если хоть одна лега выпадет, круто, если нет, буду продолжать, только так, поддержите лайком выпуск. Просто, дилемма заключается в следующем. Ну, расскажу после рекламной паузы. Короче, друзья, я задонатил 100 баксов, вот, на ваших глазах. С чем заключается, собственно, вопрос? Может, вы мне подскажете и объясните. Я серьезно, я запутался, я слушаю одну сторону, мне рассказывают в одной версии, другую слушаю в другой версии. Короче, кот мне говорит, что шанс с мегаящика больше на выпадение легендарки, нежели с большого ящика, потому что мега ящик это как сколько? Это как 10 маленьких. Большой ящик это как 3 маленьких. Соответственно, естественно, с мега ящика будет больше шанс. А вот кулер, мини-кулер, который со мной играет, говорит обратное. Шанс у каждого сундука одинаковый, просто в большом дропа в 3 раза больше, чем в обычном, а в мега в 10 раз больше. И вот кто из них прав? Я честно не знаю, блин, мне больше, конечно, кажется, что реально с мегаящика больше, я всегда так думал, но меня некоторые пытаются переубедить в обратном, что со всех ящиков одинаковые, я запутался, реально, я сам не знаю, подскажите вы, может вы знаете, и сегодня мы это проверим, друзья, 2000 гемов в поисках легендарки, поехали, начинаем с большого ящика, 30 гемасов, бум, 3 предмета, короче, будет по 3 предмета. С мега ящика должно быть 6 предметов. Ребятки, пожалуйста, поддержите лайком. Если сегодня не выпадет лего, я задоначу сюда еще 100 баксов, 200, 300, 400, 500. Сколько понадобится, столько задоначу, пока не выбью легендарку. Если тоже хочешь стать одним из подобных подписчиков со сливчиком, чтобы попасть когда-то ко мне в ролик, просто подпишись на инстаграм и на мой ютуб канал. Я очень часто провожу конкурсы. Только, пожалуйста, не надо спамить в директ, в личку мне везде. А какой мы только что сундук открыли? Чтобы я тебе задонатил, потому что ты не везучий, у тебя нету леги. Пожалуйста, не надо спамить моим друзьям, знакомым, всех, на кого я подписан. Таких людей сразу кидают ЧС. Потому что, ну, представляете, как много вас пытается попросить этот донат. Я специально для этого записываю отдельное видео с конкурсами, где я говорю, ребята, вот пост, под этим постом оставляйте свой комментарий, и я потом среди комментариев выберу, кому я буду донатить. Вот, вот так это работает. Просто спамить нежелательно, пожалуйста. Точнее, не надо вообще спамить, не то, что нежелательно. Так, я открыл, походу, сейчас, я пока болтал, я запутался, какой я сундук открывал и забыл. Поэтому погнали. Я большой ящик открыл, теперь мега ящик, погнали. Мне интересно, с какого сундука все-таки выпадет лего. Естественно, таким способом мы не проверим, потому что, ну, вдруг рандом сделает так, что там выпадет с большого, это не значит, что с него больше шанс. Просто я буду открывать и посмотрим, где повезет больше. Но... Куда ты нас... Куда ты заходишь? Бомбит! И мы не узнаем, что выпало с мега ящика. Давайте посмотрим. Новый боец не выпал. Ребят, вот когда вы даете аккаунты на открытие или на видос, пожалуйста, пока я не свяжусь с вами, что видос закончен, не заходите на него. Ну, это реально фейл. А представляете, я бы сейчас открывал... вот, когда акцию донатишь и много сундуков, да? О, кстати, сейчас давайте сейчас донатим акцию прямо сейчас. Тут еще акция, 2 мега ящика, 170 кристаллов за $5, да ты шо, просто.
Просто поехали. Так. 5 предметов. Так, давай еще. 6, 6, 6. Блин. Пассивок, по-моему, нету. Сейчас посмотрю. Поэтому путаницы не будет. Вроде... Ну, вроде нету пассивок. А там хз. Да, вроде нету. Давайте теперь два больших, чтобы уравнять шансы. Блин, еще много сундуков. Так, шанс на Легу, кстати, не показал. Шанс на Легу маленький, но... Я верю в удачу. Те, кто подписываются, ставят лайки, те повышают мне шанс на Легу. Кстати, я сейчас записываю не с той рамки. А что происходит? Как так-то? А, это я рамка на стрим. Там счетчик внизу. Видите, 1 980 000. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Так, поехали. Кстати, у меня еще... Что это за картинка? О, на лайв-канале я уже показывал неоднократно, но я хочу сказать не это. Может, вы уже видели видосы, где я подарил скин в реальной жизни подписчику? Ну, а кто не видел, посмотрите. Ну, а кто видел, новость для вас. Скоро будет новый костюм, будет новый видос. Обязательно подписывайтесь, ссылка на влоговый канал в описании. После того, когда мы соберем коллекцию скинов с игры Brawl Stars в реальной жизни, будет крутой турнир, может, батл. Вы должны его посмотреть. Ребята, ссылка на влоговый канал в описании. Там я снимаю все, кроме игр. Поэтому подписывайтесь, кому это будет интересно. Все, что в реальной жизни происходит у меня, и в целом, я снимаю. Так, пока что, голяк. Но мы продолжаем открывать. У нас уже 105 баксов улетело, да? Блин, конечно, не хочется много тратить, но тем не менее, я готов закончить это дело, пока ему не выбью леги. Ребят, вы поддерживаете. Если ролик соберет больше 50 тысяч лайков, то я реально, ну, буду донатить, пока не выбью. Если не наберет, то значит, вам не особо это зашло, не особо вам интересно. Хотя, блин, камон. Я доначу, чтобы выбить Легу, капец. И вы можете просмотреть мои предыдущие ролики, сравнить, сколько приходится донатить с тем или иным шансом. То есть это просто... Не знаю... Круто, что есть такая возможность проверить, но денег, конечно, уходит на это много. Но тем не менее, легендарки в конечном итоге, они выбиваются. Так, хорошо. Точнее, пока ничего хорошего нету. Шанс мы хоть повысили. Фу, с таким шансом не факт, что вообще дропнется. Ну вот по-любому сейчас кот смотрит, говорит, бля, не открывай мои большие ящики, с мега ящиков больше шанс. Курьер смотрит, не надо открывать мега ящики, ты зря тратишь гем, открывай просто большие, с них больше шанс. Не знаю, где больше шанс, ребят. Или одинаковый же шанс. Точнее, не больше, а одинаковый шанс. Блин, осталось 600 гемов, на самом деле уже не смешно. Я просто надеялся, что хоть одну легу мы вытащим. Ну блин, камон. 100 долларов улетело. Жалко. Да давай, блин. Легендарку. 6 предметов. 6 предметов, ты подписался. Ты подписался! Что ты шо? Ты подписался и 6 предметов. Ты... Блять, капец. Ты представляешь? Не, ну ты представляешь? Я только сказал, ты подписался и 6 предметов. Я реально, ну, постоянно это говорю, потому что, ну, хочется, чтобы поддержка была, типа, чтобы ролик продвинулся. Но на самом деле, когда это реально происходит, я, блин, сам начинаю верить, что когда ты подписываешься, вот это происходит. Давайте посмотрим, что там выпадет нам. Может, там не Лего? Да! Да! Нам хватило 100 долларов, чтобы выбить спуйка! Yes! Ну что, друзья, можете поздравить. А с какого ящика? С мега ящика. Ну, как бы, это все равно не доказано. С большого или с мега ящика больше шанс. Давайте теперь все гемы я потрачу на большие ящики. Посмотрим. Хотя нет, давайте чередовать. Давайте чередовать дальше. Блин, представляете, сейчас вторую легу выбью. Кстати, шанс был очень, ну, невнушительный. Потому что, помните, я 0.4 шанс открыл на 400 или на 300 долларов. И еле выбил легу. А тут шанс был даже не 0.1. То есть, трэш. Это трэш. Но мы все-таки выбили. Да, друзья, блин, кайф вообще. Я рад, что не придется, может, пилить следующий. Хотя, если вы бы хотели еще... ребята, давайте так, не обязательно этому подписчику. Если вы хотите, чтобы я еще записывал ролики, где
доначу подписчикам, еще какие-то интересные открытия делаю. Прожмите лайк, подпишите, ну по-братски, ну блин, это же, ну это... Так, хватает нам на еще один мега-ящик? Хватает. Последний мега-ящик. Кто еще не поддержал ролик лайкосом, комментарием каким-то и подписочкой, пожалуйста, ну, сделай это. Это будет мне очень приятно, потому что, блин, хочется, чтобы этот ролик где-то, может, в игровые хотя бы тренды попал или продвинулся. Ну, короче, я надеюсь на тебя, дружище. Последний сундук. Вскрываем. 5 предметов. К сожалению, не дропнулось последнего сундука, но я и даже не расстроен, потому что, камон, мы... Ай, одного гема не хватает. Мы сегодня выбили ему легендарку. И кайф. Я не знаю, Сэнди буду выбивать ему или не буду. Все зависит от вас, от вашей поддержки. Я заряжен эмоциями. Друзья, сегодня еще будет стрим, приходите. А что я показываю? В описании нет ссылки. Стрим будет на этом канале. В описании ссылки на влоговый канал, на Инстаграм. Подписывайтесь, кому интересно следить за мной в реальной жизни. Там не только на видеохостинге, а и по фотографиям, какие-то сторисами и прочее. Подписывайтесь, буду вам всем рад на любой платформе, где бы вы ни были на меня подписаны. Спасибо вам, всего хорошего, не болейте. Пускай у вас шанс будет... Пускай вам везет. Не болейте и чаще улыбайтесь, ребят. Всего хорошего, встретимся на стриме. Жду вас с хорошим настроением. Пока, ребят. Ух, я доволен.